Судя по количеству и статусу звездных гостей на ковровой дорожке, сразу становится понятно, театральная премия Tony Awards крайне престижна. Прекрасная Дженнифер Лопес сверкает в расшитом блестками платье бюстье и, наконец-то, без нарощенных косм. Хелен Миррен в очень красивой белой ночнушке. Я всегда очень любила выступать на Бродвее. Мне даже все равно, что играть. Сцена очень заряжает. Брэдли Купер в этот вечер без Ирины Шейк, но зато почти со всей своей семейкой, мамой и сестрой. И в кого он такой симпатичный? А этот излишне волосатый дед, кстати, Стинг. Что ждешь от вечера? Я бы не против выпить. Лучшей актрисой становится Хелен Миррен за роль Елизаветы II в спектакле «Аудиенция». Королева, ты снова это сделала. А лучшим бродвейским мюзиклом года признан спектакль «Забавный дом». Девушке в красном можно с трудом узнать Ванессу Хадженс. В отличие от других подобных премий, это проходит очень ярко и весело. Все поют, пляшут и радуются жизни. Даже Анна Винтур улыбается. Невероятно.